Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Эдмон Александр Морен, французский иллюстратор, гравер, аквафортист и живописец пейзаж. Данные из переводной Википедии, данных не очень много. Родился в 1824 году в Гавре. В юности готовился посвятить себя коммерции, но, приехав в 1846 году в Париж, пристрастился к искусству и учился рисованию и живописи некоторое время у Галлера. Помещал рисунки в журналы. В 1851 году отправился в Лондон, где в течение 5 лет работал для Illustrated London News, а затем возвратился в Париж. Сотрудничал в Le Monde Illustré и некоторых других периодических изданий. С 1865 года выставлял на парижских годичных салонах свои картины, написанные масляными красками, и акварели с пейзажами Северной Франции. Несмотря на то, что Эдмон Морен был прекрасным художником-пейзажистом и портретистом, наибольшую известность он приобрел благодаря своим сценам повседневной жизни. В этой области его великолепная способность запечатлевать момент времени побудила некоторых исследователей связать его с современниками-импрессионистами. Умер в 1882 году. Вот так немного из переводной Википедии о французском иллюстраторе, гравюре, аквафортисте, живописце, пейзаже Эдмон Александр Морен. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.